Эх, зря Петрович сомневался. Все друзья-то вместе с ним в темный лес-то и пошли. Хорошо. Ну вот идут они, а некоторые все ж думают. И вот что мужику не имется? Собрал нас всех, да в лес и повел. Вроде все у него есть, и хозяйство, и деньги на сберкнижке, и корова доится исправно. Куда ж его ноги-то несут? Ведь все у Петровича есть, и все в нем прекрасно. Все в Петровиче.